Сегодня я хочу рассказать про еще одну систему для обучения программированию, называется CodeMonkey. Сюда я, когда входила, я зарегистрировалась как частное лицо. Но здесь можно зарегистрироваться как школа, например, и тогда будет возможность создать класс свой и работать с детьми. Ну вот как индивидуальному человеку, лицу, то есть не какой-то организации, что предлагается. Во-первых, здесь вот есть CodeMonkey Junior. Это для совсем маленьких. Такое приложение есть вот для Google Play. Его можно установить и попробовать пользоваться им. Есть для начинающих. Это вот про бобра серия. Попробуем. Здесь нужно помочь бобру починить плотину. То есть мы должны два вот этих блока построить и запустить. Задание пока не открыто. Ну, бобр рад с нами работать. Посмотрим, что есть еще. Есть также для начинающих, но не блоки уже нужно устанавливать, а писать текст. Обезьяна должна пройти, у нас линейка есть, 13 шагов получается, и запустить, чтобы собрать банан. Ну. Тут, в общем, добавляется сложность. Сначала у нас только команда шаги известна, потом повернуться и так далее. Очень интересная система. Ну, также тут вот можно рассмотреть все остальные задания. Ну, вот кому интересно, можно это сделать. В чем тут загвоздка? Бесплатно можно этим пользоваться 15 дней только. А потом подписка вот будет уже не бесплатно. То есть для одного ребенка, одного родителя это будет стоить $6 в месяц. Но зато здесь ребенок может научиться самостоятельно писать различные алгоритмы. Ну и можно вот эту цену сравнить с тем, как платим в очные различные и заочные школы, и выбрать. Надеюсь, было полезно. На этом спасибо. Стоп.